Всем огромный привет, такие постельное белье. Смотрим и делаем упор на белое. Давайте начнем с чисто белого. И там уже что увидим интересного. Вообще очень много, если смотреть в постельного, чисто белое, это натяжные просто, не просто простыни. Вот тут разбег от белого до белокремового вообще шикарный. Да, кстати, они сейчас, ну не они, Икея, так скажем, делают упор на комплект под одеяльник плюс наволочка. И отдельно, пожалуйста, покупайте простынь. Только если здесь комплект 600 рублей стоит, ну берем минимальный размер, ну ладно, средний, то наволочка, то простынь 800. Ну понимаете, да, то есть как бы тут идет немножечко хитрость. Ну да ладно, в общем, если смотреть белый цвет, то это, конечно, ульвиды простыни, натяжные простыни. Я не раз уже рекламировала, что они классные, в Икее гораздо лучше, чем в Хофе, если сравнивать эти два магазина, больше нравится. И они даже немножечко, чуть-чуть побольше заявлены, то есть точно маленькие не будут. Качество хорошее. Эта серия не только хлопок себе включает, тут, по-моему, лиоцел еще есть. 85 хлопка, 15 лиоцела. Есть где просто 100% хлопок. Смотрим по размерам и оттуда уже выбираем, да, то есть 90 на 200, 140 на 200, 160 на 200, 180 на 200, 200 на 200. Белый цвет здесь представлен весь внизу. Серия ульвиды и двала. Кстати, двала, по-моему, 100% хлопок. Да, здесь 100% хлопок. Вот. Пожалуйста, не нравятся вам натяжные, просто не есть обычные, стандартные. Тоже есть. Что касается комплектов, начнем с Фергмора. Если присмотреться, то мне кажется, тонковато все-таки. Может, конечно, это такой выставочный, что он весь уже такой потрепанный жизнью, но слишком уж прозрачно выглядит и по ощущениям как будто даже и не икеевский, хотя написано 100% хлопок, ничего лишнего, но оставлять желать лучшего, хочется по крайней мере получше. Кому важно вот эти вот, сколько здесь нити на квадратный дюйм, то есть информация. Побольше 200 на 200 уже 900 рублей стоит. Чисто белый, вот, без окантовок. Следующее двала, пододеяльник и наволочка. Что тут у нас стартует? 150 на 200 тысяч, 200 на 200 тысяч 300. Тоже 100% хлопок. Как будто все-таки немножко с добавлением, если так вот пощупать. Но нет, ничего не добавляет. Здесь нити побольше на количество уже идет, на квадратный дюйм, поэтому она поплотнее. Тоже чисто белая. Но опять-таки, да, вот так каждый пройдет, пощупает, так она уж точно истончится. Следующий белый Энкслилия. 1300 идет за 150 на 200. У них у всех подушки 50 на 70. Есть еще варианты голубой, серый. И 1700, 200 на 200. Чистый хлопок, 100%. Вот вообще из всех, ну хотя нет, просто видимо, самый, ну, какой-то самый мягкий, кажется, такой именно для постельного больше подходит. Тут уже пошли с продольными полосками, то есть мягкая сатиновая ткань, 150 на 200 стоит 2000, это на Тесмин, и 2700, 200 на 200, идет хлопок или ацел. Да, плотная ткань. Видите, чем выше количество нити на квадратный дюйм, тем прочнее и плотнее ткань. Вот отсюда и цена, отсюда и ощущение. Пудер Viva. Название, как обычно. За 150 на 200 размер белый 4000. 200 на 200 5000. Лен. Ну, все знают прелесть льна. Другие варианты, не окрашенный лен, который, вот знаете, в этом темно-серый, но он вообще смотрится, конечно, ужасно, но зато это натуральный лен. Объявление для посетителей. Замараева Марина. Подойдите, пожалуйста.
следующие два варианта уже идет белый с окантовкой. Один вариант окантовки серый и красный в нашем магазине представлен. Хотя, смотрите, тут написано серый-желтый, белый-красный. Чуть не совсем немножко поняла. О, тут уже пододеяльник на кнопках. Это удобно, на заклепках. Итак, называется это Кунгсбломма. Пододеяльник, одна наволочка. Размеры есть, цена 1300. Это сейчас пока у нас идет. Не скажу, до какого числа. Если у вас есть карта, приобрести можете со скидкой. И если 200 на 200, 1600, а так 2000 рублей. 85 хлопок, 15 лиоцел, кайма, вообще 100% полиэстер. Усадку дает минимум 4%. Вот чисто белый с такой каемкой уже играет совсем по-другому, даже если вот на сравнении брать комплекты. Ну, красный тоже самое, тоже сейчас у кого есть карты KFM, или, пожалуйста, минус 300 рублей, оно ваше. Вот чисто белое закончилось, да, то есть просто не подберем. Ну, если у вас нет карты KFM, то ее получить крайне сложно, да? Очень сложно, вы никогда в жизни не получите. Все 100-500 работников никогда к вам не подойдут и не предложат эту карту. Никогда. Следующая постельная. Ну, просто давайте просмотрим. Тут также вот были белые. Это у нас идет светло-бежевый. Тут у нас не только хлопок, но и лиоцел 40%. Новинка. Смолстекра. 1800, да, самый большой идет. В полоску уже 100% хлопок. 800 рублей. Тоже название очень интересное. Чуть побольше стоит 1200, тоже 100% хлопок. Да, это не белые. 104, ну, то есть как бы они такие потоньше. Самые плотные вроде там 310, что ли, было, или 350. По ниткам, если смотреть. Еще 2000 у нас за 150 на 200, с одной стороны однотонный, с другой стороны в полоску. Смолрута, серая клетка 1300, и заканчивается все новинкой. Рангресс, серая полоска. Кантовка черная, хлопок или оцел. Так, немножечко как раз осталось, давайте продадем простыням, чтобы уже вся картина белого у нас сложилась. Вообще, как вы считаете, нормально эта цена, адекватно, что идет расценка за пододеяльник и наволочку, и прибавляем еще за простынь отдельно, как по вашему мнению? Пока проходим до простыни, можно посмотреть такие варианты, которые всегда вот висят, чтобы первыми бросались в глаза. Это пододеяльник и наволочка Ренблома, 800 рублей в таком варианте. Вот, кстати, да, недорогая, 90 на 200, 379 рублей. Как раз-таки она распакованная, белая, натяжная. Вот самый маленький размер у них, у всех длина 200 идет. Тут просто выбираем уже по ширине. Следующий тоже 1000 рублей. Но тут не 100% хлопок был. Нет, 100% хлопок стоит. Обратите внимание. Дешево и сердито, как говорится. И вот из этой серии для простыни 549 рублей уже 160 на 200. Это тоже нормальная цена. Вот это тут полиэстер. Самая низкая цена. Это идет Thread Duster. Видите, 449 рублей. Размер 150 на 200, ну и подушка 50 на 70. Хлопка здесь 48%. Простыни. Вот эта серия самая низкая. Цена серия Фергмора для натяжных простыней. Выбираем по размеру. Пожалуйста, все в упаковке, все наглядно, все можно посмотреть, почитать, повертеть. Хлопок, все, машина стирка 60, не отбеливатель, сушка, в общем, все. У
Вот они, Двала, тоже белые выбираем. 549 рублей. Какой тут? 90 на 200. В упаковке-то как бы понятно. Да, вот что будет, если белую не стирать, она превратится в серую. И наглядно невозможно будет оценить, насколько она красивая белая. Серия Ульвиды также, про нее говорила, уже 600 рублей идет. 90 на 200 размера. Здесь 152 плотность, тут 200. Считайте сами. Следующая на Тесмин 679, тоже по карте. Ну, вся эта серия по карте сейчас скидывается. Тут еще плотность гораздо больше. Здесь уже лиа целых лопок. Но эти такая более холощенная. На сравнение Двала совсем как бы просто тряпка смотрится. Следующая тоже, если выбираем белую, Сем Тутом, 900 рублей, 90 на 200. И да, вообще тут 400. Успевайте, что белый уже заканчивается. Лен Подервива, 2800, 90 на 200. Еще раз скажу, лен. Возможно, он не настолько белый, насколько он просто натуральный. Поэтому такая цена и вообще. И, конечно, пробежимся сейчас к простым простыням. И завершим уже этот обзор. Посетителей много. Нетсмин. Есть? Сейчас со скидкой 1000 рублей 90. Ну вот и все. Приоритет был на белую. Все, что в нашей IKEA продается, показала. Жду вопросы, запросы, комментарии. Как раз можно посмотреть в конце плотность этой ткани. Все, всех благодарю за просмотр. Желаю отличного настроения. До новых встреч и пока-пока.